Меня зовут Владимир, я сосед квартиры, о которой сейчас пойдет речь. Вот эта квартира, у нас постоянно возникают с ней проблемы. Она на балансе города, и никем, ни хозяев у нее нету, ни владельцев, никого у нее нету. И она постепенно приходит в упадок. Ввиду того, что дом, само строение старое, а ее все элементы, в основном деревянные или вообще неизвестно из чего сделаны, она все больше и больше приходит в жуткое состояние. Вход в эту квартиру, он находится строго над аркой входа, и здесь это опасно, чисто и механически опасно. Почему? Потому что здесь ходят люди, и дети, и старики. И плюс к этому здесь есть газовая труба, которая тоже может, на которую тоже может негативно воздействовать обрушение этого строения. Вот мы зашли в эту квартиру, и вот общий обзор, как говорится. Вон уже пошла щель, вот уже пошел уклон, где-то порядка 20 сантиметров. Вот, и это все, ну, как минимум опасно. А как максимум, ну, я не понимаю, почему приличная, в общем-то, где-то кому-то нужная вещь, как жилье, в таком состоянии и никаким образом оно не ухожено. Отдайте, я же говорю, кому-нибудь, и пусть себе люди возьмут это. Тем более здесь квадратов 50-60. Люди могут жить в этом прекрасно, если отремонтируют. Только в собственность. Так, конечно, все с нами, никому это не надо. Да, оно в собственности администрации сейчас находится, и они вот пишут, очередную бумагу нам прислали, что в связи с отсутствием финансирования они это сделать не могут. И вон же много, да? Да, и здесь, ну, как-то их более-менее повывели, но иной раз они здесь появляются. Но им же где-то, как говорится, нужно иной раз хоть появляться.